Приветики, я творческая Лека. Давай поговорим о творческих каких-то зажимах, о том, что мешает, о каких-то внутренних ограничениях, да, и как с этим работать. А я творческая личность и буду рассказывать про творческие зажимы, творческие ограничения, у меня их очень много. Ну, это еще называют внутренний критик, да. Купила сейчас себе вот такой вот таймер, чтобы засекать, когда я буду смотреть творческие шорты. Я бывает так смотрю, что, о, уже вечер. Ладно. Хорошо. Вот смотри. Просто иди в эту сторону. То есть ты думаешь, угу, вот так представляться? Не надо. Нельзя. Это как-то по-детски. Или вот так вот, это как-то по-детски, например, там что-то показывает, но это как-то по-детски, да, вот это убеждение когнитивное. Иди в эту сторону. Показывай то, что ты считаешь, как бы, что это как-то по-детски. Либо у меня убеждение, что вот, например, нельзя в куртке сниматься. Серьезно, оказывается, у меня есть такое убеждение. И вот сядь, вот я только что пришла просто. И снимайся в куртке. Вот прямо сейчас я преодолеваю свое убеждение, что нельзя сниматься в куртке. А почему нельзя? Куртка же очень красивая. Скоро зима закончилась. Вот такая красивая курточка, почему бы ее не показать? Вот прямо сейчас преодолеваю предубеждение, что нельзя сниматься в куртке. Вот показала на практике, как я это делаю, как работать с своими убеждениями.